времени суток всем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты. Всем большое спасибо за внимание и интерес. А на деревах замислися, будуть вішать комуністів! А на деревах замислися, будуть вішать комуністів! Прячьте до следующего года. Вас? Максим, улыбнись. Не хочу. Давай, соверши прыжок наверх. Да, мы тебя на руках. Да, это отходит, я уже сказал, что по всему миру проводится. У нас тут весь сад посмотрели скучно. И мы сейчас вот на этом коротком видении, на этом коротком. Ощущение, что сейчас что-то рождается, это не боится. Не, они просто поняли, что фашизм не прошел. Мы гордимся всем памятью наших предков, которые взяли честь, свободу и независимость нашей Родины. Возводили честь ваших обвинений в минуту молчания. Получается вроде как палки. Участники шествия приглашаются возложить цветы в могиле неизвестного солдата. Я пропущу вообще. Тут это даже дико не может. Все, приготовьтесь, ребята. Быстрее ложи и убегай. Молодец. Спасибо. Нахрена это нужно? Так, коридорка. Разошлись, пожалуйста, здесь коридор. Разошлись здесь, Боже молодой мой. Разошлись, справа-влево. Как в прошлом году. Положим цветы, поворачиваем направо. Поклонились, поворачиваем направо и выходим. Так, выходим. Дебенко, выходим. Thank you.
Поклали цветы, поклонились и выходим вправо, пожалуйста. Пожалуйста. Тут два человека стоят. Видишь два телефона, значит два человека. Николай Егорович, встаньте чуть-чуть правее. Уважаемые, положили цветы и отошли вправо. Женщины с цветочками. Женщины с цветочками, пожалуйста. Положили цветы и прошли вправо. Сзади пока не торопитесь. Можно встану? Уважаемые товарищи, положили цветочки, поклонились и прошли вправо на выход. Спасибо вам за участие. Уважаемые товарищи, с правой стороны не подходить никому, вот со стороны колонны. Положили цветочки, поклонились и вышли. Я хочу сказать. Да стой уже не стой. Я в прошлом году тут тоже стоял. Блин, сейчас плакат что-то поберет, я сниму. Нормально. Уважаемые товарищи, положили, поклонились и отошли вправо. За вами люди стоят, вы посмотрите сколько, девочки. С фотоаппаратами, блин. О, хорошо, да? Да, ничего. Не надо здесь никого. Ставьте коридор на выход. Вы просто поставили, подстроили. Голова. Красивая прическа. Положили цветочки, поклонились и на выход, пожалуйста. Спасибо за участие. Пожалуйста, кто положил цветочки направо и на выход? На выход, пожалуйста. Все, навеки в день. Осторожно, не напирайте сзади, не напирайте, люди еще идут, спокойно. Это обережно. Голова. Вас просто хочу, чтобы посмотрели. Хорошо? О, генерал. А в прошлом году он еще полковник. Уважаемые товарищи, положили цветочки и вышли. Я его где-то видел, я не помню где. Слушай, я попробую пройти. Ну давай, проходи. Ну а что еще ловить уже здесь? Руки уберите. А? Сам. Не успел. Дорогие ветераны и гости столицы, с праздником вас, с Днем Победы! Ура! Помните, всегда помните о том, что сделали для вас ваши деды и отцы. Thank you.
Уважаю, товарищи, не создавайте Броуновское движение получается. Много народу, как в прошлом году. Какой орден? Ну, медаль он вечно в портрете с Георгиевским. Ну, типа медаль. Ну, так медали это... Ну да, там есть же такая. А там не одна, там их много. Положили цветочки, поклонились и вышли а вправо. Они все с Георгиевским. Да. Пожалуйста, не задержите движение. За вами идут люди. Уважаемые, положили цветочки и вышли. Положили цветочки и вышли. Не создавайте там пробку. Рухнет все, господи. Уже ж ниже ложите туда там. Пусть ниже ложат, скажи, чтоб ниже ложили, бо завалят. А что мы убираем, бо загоряют? Накидаете? Сегодня начнем взять участие в акции «Смотри».
Вот там и ставьте свои махновцев да бендеровцев. Это ж надо, чтобы вот эту гадость такую пустить сюда. Это ж подонки. Живет. Это более актуально. Ты тут не пройдешь, фашизм не пройдет. Ты тут не пройдешь. Связь плохая. А мы ничего не сделаем. Погодина дата. День пам'яті та примирення. Це державне свято. Відповідно, державний день вшанування, який поки що не є вихідним днем. Тобто я вважаю, що вихідним днем є 9, правильно? Так, тобто ви маєте шанувати і всіх інших громадян, які вважають це свято. Правильно? Я вважаю, що 9 травня не має бути вихідним днем. Почнемо з цього. А 8 травня має бути? Ні, я вважаю, що це просто має бути. Ваша думка зрозуміла? А може і так диви. Фашизм не пройдет, фашизм не пройдет. От кого сейчас, ребят? Как вы, там нормально? От кого? Была потасовка, там аж возле метро Арсенальная, короче. Да, бабку задерживали, ее кинулись спасать там. Ну, я уже пришел, уже было окончание. Я пока отбежал, в сетку ту. Ну, я снял вот то, знаешь, есть... Ходит больной такой потлатый, и он кричит постоянно. Когда-то было вот эта годовщина Майдана, вот это последнее.
Он там кричал на одного вашего командира, короче. Его задержали, короче. А ты что, остаешься? А что ты с ним? Здравствуйте. Пытались объяснить про Навалу с России. Это бесполезно. Это бесполезно. А человека убеждать бесполезно. Если он уже в этом... День Победы, порохом пропал. Что-то мне это напоминает, как в прошлом году. Да. Они ж тут же стояли, да. Только тогда было больше ругни там такого. Красавцы. Мы будем здесь, мы будем крутиться просто в разные стороны. Они в прошлом году тоже тут на этом месте не торговали. Вот именно тут. Ватники, сошлись ватники, вышли ватники. Дыхай про кукарей. Вот они, вот победа. А то все. Фашизм не пройдет. Жук гад украинского народа. Жук гад украинского народа. Жук гад украинского народа. Жук гад украинского народа. Я даже телефоном этим снимаю. Маленький, знаешь. Это не ценное, знаешь. Наверное, я не поеду на Протасов Яр. Протасов Яр всегда был убил. А это... Гаврилівські курчата, Донецька область, нове предприятие. Беріть курчата, Донецька область, засмажені, розділені, кафе «Сєпар». На правах реклами.